вас огорчать, но мы не принимаем на работу людей, не имеющих опыта. Ты же юрист. Нормально бы. Машину себе купил. У тебя все получится. Я это знаю, ты это знаешь. Это жизнь такая. Кто-то должен быть начальником, кто-то подчиненным. Кто-то станет адвокатом, кто-то в баре будет работать всю жизнь. Это не я придумал. Ну, спасибо. Вы знали Владимира Викторовича, миллионера? Нет. Это бывший руководитель нашей компании. Он погиб 3 месяца назад. Самое интересное, что она оставила после себя. Это завещание. Он все завещал вам. Мне? Ваш кабинет, прошух. Вот да. Фирма Сейпашник Сунчер. Интересант. Как проводить собеседование? Я Алина, новая секретарша. My name is Сергей. Он умеет читать мысли людей. Серьезно? Ну, я предупреждал. Мне очень нравятся поминки. Что? Ну, так же нельзя. Ты правда думаешь, что я вот такой простой парень, как кажется, на первый взгляд? Одну минуту. Мои родители, они хотят с тобой познакомиться. А вы? Так, все. Я взрослый человек, в конце концов. Sākum dāvina ziedus un mīkstās rotaļlietas, un tad, kad jūs esat precējušies, tad ziedus dāvina tikai tāpēc, ka tā vajag, un romantika vispār ar laiku pagaist. Уехали. Очень жёсткий график. Это же произведение искусства. Я вам обязательно позвоню. Да, босс. Она прекрасная.